Опа! Возможно, нас будет что-то ждать, дорогое, впереди. Так, я уверен, мы сейчас что-то найдем. Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я купил новый аккаунт из нового обновления. Вам не послышалось, просто прикиньте, какая же это имба. И наша цель прямо сегодня найти аккаунт вместе с новым диглом Desert Eagle Outrage. Я очень надеюсь, что мне повезет, и я найду аккаунт именно с этим диглом. Просто прикиньте, это все аккаунт из нового обновления. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь на мой канал. И хотите получить бесплатно БП на халяву, голдпасечек. Прям сейчас, ребят, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал. Во-вторых, напишите любой хороший комментарий, плюс ваше ID. И третье, самое-самое главное, посмотрите все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, а мы, ребята, идем дальше. Добрый вечер, я диспетчер, это аккаунт номер один. Это самый дешевый аккаунт, он стоит 3к. Давайте почти посмотрим, что же есть на этом аккаунте. 6-й сезон, сюда на базу. Я же говорил, что это все аккаунты снова обновления, имбулечка. Так, смотрим дальше, что же мы тут видим еще такое интересненькое. 1500 часов. На секундочку, это очень старый аккаунт. Поэтому, ребята, хэштег удача, потому что, ну реально, ну навалило нормально-то так. Обалдеть. Так, теперь давайте перейдем в друзья, то есть я вижу тут, ребят, довольно-таки много друзей. Даже есть какой-то киберспортсмен с клана STR8. Это жесткий киберспортивный клан, мало ли кто не знал. Но нас же интересует не это. Давайте клан посмотрим. Чего? Чего? Это еще лидер клана? Вау, ребят, прикольненько. Вообще с кайфом. Же есть, мужики. Так. А теперь давайте мы перейдем в личное сообщение. Очень интересно посмотреть, чему пишут. Ты кто такой умный человек? Чё хотел? Вы в ММ? У меня буткемп? ГММ? Обалдеть. Ну, короче, ребята, как я вижу, это самый дефолтный аккаунт. То есть тип просто с кем-то общается, кому-то что-то пишет, кто-то что-то ему пишет и так далее. Но самое интересное, это инвентарь! Инвентарь! Хэштег инвентарь! Погнали смотреть. Я закрою глаза. Ой, ребята. Оу, май! Ничего себе, сказал я себе. Грибу, алибабу. Вот это, конечно, инвентарчик. То, что надо, то, что доктор прописал. Перчаточки, две пары перчаток. Фан Хреликс, снова обновление. Чип купил ПП. Это купленный ПП, прикиньте. Вау, еще и паттерн 911, такой крутой паттерн. Обалдеть, у меня просто нету слов. Кабина сходу слетела. Не, вот это, конечно, нормальный аккаунт. Хэштег уважения такому аккаунту. Вау, это мой любимый, кстати, фанг. Я очень обожаю, блин, этот нож. Блин, я хочу этот фанг себе. К сожалению, очень обидно, что сейчас нельзя купить этот фанг на рынке. Так, дальше есть стилета вайпер, керамбит не было. Да этот аккаунт, смотрите, один ПП стоит 5к, правильно? Уровнями. Плюс эти перчатки и два ножа тоже стоят 1005. Обалдеть, ну прям очень солидный аккаунт. Так, смотрим дальше. Тут у нас идут наклеечки, все максимально дефолтные, все максимально простое, но ничего прям супер крутого я не вижу. USP Find с наклейками, да, прикольно. О, Shield 6 years. А давайте-ка мы применим на... Куда применим? А вот хочу вот применить, знаете что, на этот фамбу. Оп, сюда на базу применили. И дальше вижу самые обычные, самые дефолтные наклеечки. Давайте ради интереса зайду в мои запросы. Может, тут что-то есть. К сожалению, тут ничего нету. Поэтому мы, ребята, переходим к следующему аккаунту. Кстати, как вам этот аккаунт? Напишите ваше мнение в комментариях. Все, почти. Переходим к следующему аккаунту. Ну и второй наш аккаунт, это аккаунт за 30-очку! Вы прикиньте, что за денежки. Так, ну что, пацаны, давай смотреть, что же у нас по статье. В смысле все по нулям? А, это 6-й сезон, я тоже испугался. Голд 3, и опять рангов нету. По всей видимости, это новый свежий аккаунт, потому что тут всего лишь отыгранный, всего лишь один сезон. И 6-1. Мама дорогая, 290 часов онлайна! Ну, хоть радует КД. Давайте посмотрим, что же пишут такие ноунеймом в личное сообщение. Мне же интересно. Надеюсь, норм нож выпадет. Ема, выпал обсидиан. Опа! Опа! Походу, небольшой инсайдик, что кому-то выпал нож обсидиан, прикиньте. Гор закрытым покажу, ща так перчи куплю. Обалдеть! То есть мы уже знаем, на этом аккаунте есть перчи, есть нож обсидиан. Дальше, приглашай, покеда, я пошел, фух. Ну, короче, самая обычная переписка. Ну что же, ну а прямо сейчас мы, ребята, перейдем в инвентарь. Вы готовы? 3, 2, 1, погнали! Умай! Это все мое, я просто могу так, видите, Rival Case, просто беру так сходу кабанчиком, открыл в моменте,
Изи, каточка! Давай статрек, давай статрек, давай статрек. Ай, обинька, не статрек. Вы посмотрите, ребята, сколько ревенж хасиков, сколько всего. Это тот самый легендарный аккаунт с обновления. Знаете, сколько тут куплено уровней голдпасса? 100 уровней, 100 уровней. Мать моя женщина, вот это я понимаю, имба. Окей, тут даже есть удаленный скорпион кастики. Ничего себе, открываем их, и нам выпадает, леди и джентльменс. Это что за какаха, ё-моё. Ладно, ребят, не расстраиваемся, давайте лучше мы откроем еще один райвел кейсик. Вот райвел кейсик всегда мне поднимает настроение. Кроме вот этого раза. Ну блин, ну что за какаха падает? Уважаемые разработчики, ну включите уже, пожалуйста, кем-то пока подкрутку. Фам Перет, ну, что ему вам сказать? В общем, можно сказать, что кейсы были, что их не было, все равно падает одна какаха. Не, ну реально, вы посмотрите. Лучше вместо этих кастиков давали просто голду, правильно? Вот прикинь, купил ПП, и тебе дали вместо 10 кастиков 1000 голды. Было бы гораздо эффективнее, чем открывать кейсы, с которых падает один скам. Ну это нормально по-вашему, разработчики. Так, ладно, все, давайте не будем портить настроение. Наша цель — найти тот самый легендарный секретный дигл. Кстати, как он называется? Я уже забыл. Как называется-то этот дигл? Дигл Аурейд. Ну, название, конечно, такое сложное. Аурейд. Ого, запрос 291 тысяча. Вы чем в сосну въехали, мужики? Так, ладно, все. Смотрим дальше. Что же нам выпало тут-то? Интересненько. Это граффити, токсик, плей. Все, дефолтик, дефолтик. Оу, май! Какой же он красивый! Этот фанг обсидиан! Чем-то похож на скин Universe, да? Ля, красоночка-то какая! Братва, ну кто бы присел бы на этот ножичек? Плюсик прожите в комментариях. Не, ну слушайте, ну прям ножичек зачетный. 5 с плюсом. Керамбит не было! Опять! У этого типа тоже керамбит! Вы уже доели, как будто все каунты с этим с неболой. О, М16, да, с Devil. У меня, кстати, тоже есть такая же самая М16. АКР Steel Grip! Кстати, вот эта АКР мне очень сильно нравится. Даже гораздо больше нравится, чем Аркана и Спаса. Ну, а, к сожалению, на этом аккаунте Аркана, а именно АКР Аркановский, не выпал из Спаса. Так, ну, тут, ребята, вот рарочки, все дешевенько, все обычненько. Charm Fireborn 2/2 Элита. Типа дали награду за элиту, дядь, ну ты, конечно, жесткий. Так, смотрим вниз. Дальше есть еще у нас 3 граффити пака Арканы. Ну, в принципе, ребята, на этом все. То есть аккаунт прикольный, но он стоит, ну, примерно 1015 голды, не больше. Надеюсь, третий аккаунт у нас будет самым крутым. Ну что же, ребятки, вперед переходить на аккаунт номер 3. Надеюсь, там уже найдем этот дигл. А вот сейчас, внимательно! Это самый дорогой аккаунт. Этот аккаунт даже в клане маслята. Это самый... Нет, даже не так, это самый дорогой аккаунт! И я надеюсь, то, что на этом аккаунте я что-то найду. Общее время в игре. 1500 часов, на секундочку. То есть это вам не какой-то там ноунейм аккаунт. Это серьезный аккаунт, серьезного типа! Давайте посчитаем личное сообщение. Что я вижу? 0 сообщений. Знаете почему? Да потому что в настройках приватности начать переписку никто, понятно? Все, почти погнали смотреть на мой новый аккаунт. И что же мы тут видим? Это самый дорогой аккаунт, на секундочку. И... Что? Есть хорошие новости и плохие новости. Плохая новость, то, что БП не куплен. Ну реально не куплен, камон. Ну хорошая новость. Зачем мне БП, если у меня АВМ Генезис с наклейкой за 80к? Обалдеть. Я, конечно, все понимаю, но это, ребята, прям мега имба. Дальше АВМ Генезис, статрек. Тоже с еще одной сноуквин наклейкой. Вот это жестко, это прям очень жестко. Ребята, прожмите за это лайки и обязательно подпишитесь на мой канал. Это просто имба. Вот это да, вот это мне повезло. Понимаете, вот этот АВМ Генезис стоит 1050 голды как минимум. Окей, смотрим дальше. Может быть, мы найдем еще что-то прям очень дорогое. М16 Винджет. Понял, принял. Не, ну, ребят, ну, малышечка зачетная, Origin коллекция, все дела. М4 Некроманс. О, АКР 2 Years! О, кстати, вот АКР 2 Years, и вот это я люблю. Вот этот скин мне нравится. Так, листаем дальше, дальше, дальше. Что же мы еще интересненько видим? Это легендарочки, наклеечки, бла-бла-бла. К сожалению, я не вижу ни одного скина из той коллекции, что нам надо. Но, тем не менее, ребята, возможно, нас будет что-то ждать дорогое впереди. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Так, листаем дальше, у нас пошли рарки.
Аркер. Что за дичь? Че вообще на этом аккаунте ничего нет? Камон! Это самый другой аккаунт! Так, я уверен, мы сейчас что-то найдем. Очко мамонта стоит, господа. Так, рарки, камонки. Как же много разных удаленных коллекций, да, прикиньте. Как же много удаленных коллекций я вижу. Тут М4 тайгеры, всякие ГР тайгеры. Слушай, ну может быть, будет какое-то объяснение, почему этот аккаунт такой дорогой. Что? 3 сноуквина? Каждый из которых стоит по 50к? Так этот аккаунт стоит дороже 300к голды. Этот аккаунт стоит 300 тысяч плюс, потому что на нем как минимум уже есть 5 сноуквинов. Просто без скинов, без всего 5 сноуквинов. 5 сноуквинов. Обалдеть. Еще есть стикер Neon Color, но он дешевый. А, ну как дешевый? 11к голды. Стикер Zona 9 Color 2к голды. Я помню, когда все эти стикеры стоили по 500, по 600 голды. Вот это, конечно, да, ребят. За это надо поражать лайкусик. Дальше еще один стикер Аккордеон. Вау, ребятки. Это просто имба. Мне тут интересно только одно. Во-первых, как это аккаунт попал ко мне? А во-вторых, давайте посмотрим историю покупок и историю продаж. Агасики, я смотрю, история покупок. На этом аккаунте покупались Rival Касики, Furious Касики. Что тут еще покупалось? Дальше. M9 Bayonet Universe. Тип купил за 3 голды. А, это заброшенный аккаунт. Теперь все стало на свои места. Теперь мне все понятно. Так это заброшенный аккаунт. Типка это купила в Амгенезе за 460 голды. Не, ребят, я же все понимаю, но это вообще неадекватно. А Хэллоуин скирпаки по 1200 голды стоили в 2020 году. То есть за 4 года они подорожали в 3 раза. Поэтому, ребята, мораль такова. Покупайте Хэллоуин скирпаки и становитесь богатыми. Дальше Керабит Клау. Не, ну Керабит Клау вообще, сосочка, 2500 голды. Сколько сейчас стоит? 5к. Ну прям, ну не сильно подорожал, всего лишь там в 2 раза. А Керту Ерс раньше стоил 700 голды, сейчас стоит 7000. Подорожал в 10 раз. Я в шоках, ребята, вы посмотрите на эту историю покупок. Вот это же раньше были времена. У меня нет слов. Какие раньше были хорошие цены. Ну что, господа, но тут все равно нету паса. Ну, ничего, я для вас приберег еще один. 4-й аккаунт. Да, мужики, обычно у всех в этих рубриках 3 аккаунта. Но я для вас нашел 4-й аккаунт, вперед на него. Ну, это, так сказать, бонусный аккаунт, мужики, бонусный. Типа, вот, должно быть 3 аккаунта, но 4-й чисто ям от души. Хотел показать обзорчик его, погнали на него. Ну чё, пацаны, это наш бонусный 4-й аккаунт. Я его даже не планировал делать, но решил все-таки порадовать вас немного. Ну что, пацаны, как мы видим, это активный аккаунт, потому что на этом аккаунте играли и в 5-м сезоне, и в 4-м, и в 6-м сезоне. Общее время в игре 735 часов, то есть все как положено, нормальный аккаунт, мужики, чики-бомбони. Но самое главное, на этом аккаунте куплен Gold Passик. Стоп, мне показалось, или тут куплен только один долбанный уровень этого одного долбанного голдпасса. А что так мало? А, нет, 2 уровня. Поправочка. 2 уровня, извиняюсь, 2 уровня. Ну, если честно, я думал, будет что-то получше. Ну, окей. Давайте посмотрим инвентарь. Может быть, хотя бы инвентарь оправдает наши ожидания. И что мы видим? О, 2 ножа. Слушайте, ну хэштег не поганенько. Дальше АКР, скала. 2 пары перчаток. Притом перчатки не самые дешевые, господа. 1400 и 1600 на секундочку. Поэтому этот аккаунт 1005 голды стоит однозначно. Ожидал ли я большего? Конечно, ожидал. Блин, я думал, тут будут нормальные скины. Думал, тут будет новый ножичек. Все как положено. Но, увы и ах. Но, тем не менее, ребят, аккаунт тоже очень крутой. И знаете что? А давайте-ка я этот аккаунт подарю вам. Вам надо просто подписаться на мой канал и подписаться на мой телеграмчик. Все, ребята, в принципе, это все. Надеюсь, вам видео понравилось. Прожимайте лайкусик, подписывайтесь на мой ютубчик, на мой телеграмчик. Там розыгрыш БП идет прямо сейчас. Напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока-пока.